сейчас странно как-то светится небо, звезд не вижу, но вижу вот такие непонятные светящиеся вот такие облака. Для меня это вообще непонятно, что это такое. И видите, какие-то странные, если наводить, от них как полосочки вниз идут. Видите, как-то странно. Плохо, что, конечно, зумер такой, как бы этот. Что это происходит, не знаю, вот как лучики идут. Мой муж говорит, что, может быть, это кто-то лазерная указка в небо там втыряет, но я смотрю, что расстояние там, это слишком большая такая площадь, чтобы так вот люди разошлись, и есть такое у них. Небо, кстати, очень пасмурное, полностью затянуто все тучами. Полностью все небо, звезд не видно. Небо полностью затянуто тучами. Но вот есть вот такие вот огоньки. Ни одной звезды на небе не видно. Сейчас даже брала бинокль, просматривала. Нет. А вот есть вот такие вот странные очаги. Тут видно, что они вот дома. Это очень далеко дома находятся от меня. Это я приблизила вот расстояние. И все равно, видите, вот так вот, как бы реальное расстояние. Это я приближаю. И видно, что там даже за этими домами тоже там вот это вот на небе светится вот так. Что это такое вообще, не знаю. Наблюдаю, стою, не знаю, что это такое. Что это значит? Главное, что в одном месте. Как-то прошлась везде по небу, посмотрела по всем сторонам. Вижу только вот тут вот.